неделю в общедомовом чате обсуждали, что мы хотим на площадке, как мы хотим. Ну, в общем, все вот эти вот наши бытовые вопросы. Пришли к определенному мнению, составили небольшую схемку площадки, обсудили ее в чате. У нас глава городского округа за то, чтобы жители делали свой проект, и этот проект мы уже своими силами муниципалитета, соответственно, реализовывали. То есть это очень здорово, когда житель что-то хочет, и мы, это поддерживаем. Дом большой, жильцов здесь много, и каждому из вас, у вас, допустим, дети 13 лет, а у вас дети 6 лет. Соответственно, там, ну, неважно, я говорю, да. То есть каждому здесь должно быть по вкусу. Выслушали все пожелания жителей, предложили жителям составить план по благоустройству детских площадок, да, который впоследствии, скорее всего, в 2022 году будет осуществлен. И также, как член общественной палаты, обсуждали вопросы озеленения дворовой территории. Обменялись контактами и будем теперь тесно работать в данном направлении.